Всем привет! Вы на канале Магистраль Жизни. Меня зовут Сергей. Сегодня 30 апреля, четверг, и он же последний день рабочей недели. Давайте сразу на линию. Обнуляем счетчик. Бенза у нас должно хватить до конца дня. Активность у нас 100, рейтинг у нас 4880. Ничего себе. На 49 пунктов упал. Вот так вот им нате, пожалуйста, а не тебе нож в спину. Еще чуть-чуть, и все, и комфорт я не смогу получать. Тарифы, по которым мы будем работать: эконом, комфорт, комфорт плюс. Доставку я отключил. В прошлом выпуске мы ее попробовали. Ну, все, мне больше она не интересна. На часах 7:20, и я думаю, надо выезжать со дворов. Простояли пару минут. Воронянского, 4, корпус 2. Поедем на переулок Козлова, 21, 7 километров. За этот заказ 5:30. Движемся мы в сторону проспекта. Сейчас мы где-нибудь, я так думаю, на Золотой Горке станем. Ну или вот на Смолячково. Стоп, нам далеко не ездить, а то как вчера будет, километров много, а денег мало. Блин, огорчает вся эта фигня со звездами, хотя вроде не должна, но все равно. Как дурачок, ездишь потом полдня и анализируешь, где ты там что не так сделал, кому ты там наклал в кашу. Ой, блин, что-то печаль какая-то, 20 минут без заказа. Да б нам так поехать, а? Давайте хоть к Богдановичу проедем. Может, там вероятность заказа будет больше. 8 утра и тишина. Очень, очень все это странно. Ясно, не я один такой, на обочинах стоят тоже. А я думал, это со мной беда. А это реально никто не едет. Не получается у нас уменьшать километраж. Мы уже к бульвару Шевченко подъехали. Вон здесь раскопки какие-то. Асфальт меняют. Сейчас мы доедем до Каховской и уже там будем стоять до Победы. Вон где надо утро начинать, на Притыцкого. Хотя тоже не факт, там заказ возьмешь и тебя закинет в центр. Будешь точно так же стоять. Прилетел заказ какой-то. Серым цветом заказ в направлении, где повышен коэффициент. Ты не забрал такие заказы? Я ни разу их не брал. Он прилетел и сразу сам отменился. Ски-1. Домик рядышком. Капец, 40 минут простоял. Что за утро? Платонова 36. Капец, просто дичь. Откуда мы приехали, сейчас назад туда и поедем. 4.70 получилось. Ну и с Платонова надо уезжать. Стоят рядами. И там дальше тоже стояли. Давайте к Сурганово двигать. Академическая 17, опять в спину. Сейчас, чтобы развернуться, это... Много манипуляций придется делать. Сейчас мы тут дворами попробуем. Потому что разворотов-то нигде нет. Мы сейчас вот сюда вот варочку. Вдоль гаражиков. И все, мы снова на Сурганово. А так бы пришлось много телодвижений делать. А так двориками раз и все. И здесь мы тоже сейчас двориком и здесь окажемся. На Сурганово 61. Проехали мы 4 километра, получилось 6:20. Сурганово, комфорт плюс. Комфорт плюс прилетает, значит, не все так плохо. И я тут двориками пробираюсь в Куйбышево. Если заказа не будет, может быть, даже поедем на Кожсабли. Касс Сурганова 49. Как всегда, мы в средней полосе стоим. А мы только с того двора выехали. Это хорошо, что заказ пришел и далеко не пришлось ехать. А поедем мы на Ванеева 20. 7 километров. 5:60. Так, отсюда мы, ну, на Серебрянку, видимо. Я думаю, самый оптимальный вариант — это направо и все. В общем, все больше прихожу к выводу, что единственный день, когда народ маломальски ездит, это понедельник. Понедельник с утра вообще прям активно. Ну и в течение дня тоже вроде как неплохо. Потому что остальные дни как-то совсем глухо. И еще был у нас какой-то день, среда. Типа там 15 число, когда народ деньги получает. Вот еще тогда была активность неплохая. Возле Восточного вокзала мы тут станем. Кстати, да, писали, что он начал работать. Я еще ни разу даже внимания не обращал. Как начал работать? Там, наверное, некоторые автобусики останавливаются. Людей там нет, автобусов тоже не особо видно. Я реально не знаю, что делать. Очередные полчаса мы простояли. Но мы как бы стоим тут с краю, да? Вот оно, круговое. Там у нас ГИПа. Наверное, нужно сдвинуться на Плеханово. Где-нибудь там посередине на перекрестке стать. Почти 10 часов. Не ехать же домой. Мы на этой неделе и так ничего не заработали. Потоки не успел снять. Вот буквально мы сдвинулись, вот по круговому едем.
прилетел заказ с Горовца 8. Что-то опять движение сыграло свою роль. Так бы стоял, не прилетело. Поедем на Глебки 5. На Глебки 5. Ну, вот в этом районе мы еще сегодня не были. Сейчас посмотрим, как там дела обстоят. Это 13 километров. А видели по городу троллейбусы с опущенными рогами ездят? Я первый раз, когда увидел, думал, меня глючит. Я было подумал, он стоит. Нет, едет. Непривычно просто видеть. Хотя они уже вроде как давно ездят. Рулю я в сторону Адаевского. Сейчас мы там где-нибудь стоим. И будем дальше стоять. Угу, прилетел заказ. Тимошенко 24. Вот здесь вот, в этом домике где-то. Вот это, мне кажется, мы как-то сюда уже заезжали. И куда-то в Хатежино, что ли, заказ прилетал. Не, в этот раз нормально. Радиаторный переулок 69. 5 километров. 5.40 за этот заказ. Это мы недалеко от Ольшевского оказались. Я так думаю, мы сейчас где-нибудь на Ольшевского и станем. На Жудру я свернул. И опять мы полчаса простояли. И тишина, и тишина. Я не знаю, что тут уже делать. Давайте в сторону проспекта Притыцкого поедем. Там где-нибудь Нобельского, может, станем, постоим. Здесь вон тоже со всех сторон машинки стоят. И обычные такси, и Яндекс стоит. Все стоят. Ну, пересекли мы проспект. Сейчас я где-нибудь тут пристроюсь. Ну вот, теперь здесь постоим. Отменился рейс. Что происходит? Непонятно. Кемавра 22. Очередные полчаса я простоял. Ну давайте попробуем. Я уже было хотел домой ехать. Здесь, короче, машин носится. Капец какой-то. И Яндекс, и Убер туда-сюда ерзают, стоят, едут. Один я только стою, и заказа нет. Как так? Что у меня такое подозрение, что это из-за того, что рейтинг у меня испортился. Поэтому ко мне и не прилетают заказы. Едем на Петруся Бровки 10. Меня сегодня все в ту сторону тянет. В район Академии наук. 10 километров. 6.40. Ну вот, рулю я по Платонову. Тоже машинок много стоит. О, ничего себе, последний из Магикан. Евротакси стоит. Что-то их давненько не встречаю. Или они в тень ушли. Теперь без наклеек ездят. Короче, напала на меня депрессия. Работы нет, жизнь овно. Поедем мы домой. Давайте выставим направление. Вдруг нам повезет. Потому что километраж у нас увеличивается. Сколько там? 26 рублей по таксометру у нас было. Проехали мы 70 километров. Опять почти в 3 раза прирост. И простое типа полчаса. А, подождите, полчаса. Это мы час сейчас. До этого заказа час простояли. Короче, разнылся я. Все, рулим домой. Подводим итоги. Подсчитывать я ничего не буду, потому что бессмысленно, там, скорее всего, бесплатная поработа. Значит, километраж у нас 74, средний расход 8,2. Расход что-то увеличивается с каждым днем. Странно, может, бензин такой плохой. Поработали мы сегодня почти 5 часов. По таксометру 26 рублей и 7 заказов. Этот выпуск, скорее всего, я выложу где-то числа 4-5, так что там уже всех с майскими праздниками, кто что отмечает. Ну и может ситуация немножко изменится, уже будет получше, чем сегодня. Вон очередь на заправке, все куда-то сваливают. Все, скорее всего, за город уезжают. Сегодня, кстати, по городу много российских номеров я вижу. Все-таки на майские россияне приезжают. Ну, не так много, как раньше, к примеру, в том году. Но периодически встречал. На этом я закругляюсь. Вопросы, пожелания оставляйте в комментариях. Все, всем удачи, пока.